Также перед началом этого ролика хочу сказать вам про мой телеграм-канал. Кому интересно, ссылку можно найти в описании в закрепленном комментарии. Рамбуз неплохо получился, мне кажется. Я тебе сказал, тебе нельзя совет брать. Давай сюда или выкидывай куда-нибудь. Не волнуй. Выкину вон там вот на банане. Давай. Давай. Не, я передумал, хочу там. Или там все-таки. Нет! Ты конченый! Блять, вообще, пиздец. Бенни-хоп, 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 бенни-хоп. Брат, ебать на мулик. Бам-бам-бам-бам, стреляй по хохлам с Россией, дедов больше. Вкусная оскорбинка, хочешь? Хочешь оскорбинку? Нет. Где ж то? Тебя дед дедик на оскорбинку. Ты не хочешь оскорбинку. Блин, Слава, не шути вообще никогда больше. У тебя бывают там остроумные моменты проскакивают, но это реально не смешно. Убейся! Причем тут какая оскорбинка? У тебя нет денег на оскорбинку и начинаешь ржать. Ты че вообще придурок? А у тебя есть деньги на одну оскорбинку? Нет, у меня нет денег на оскорбинку, в этом юмор. Ну. Ой-ой-ой, пошли по дороге. Палка, палка. Чё с палкой? Он тебя сейчас собьёт, чел. Не, а ты где? Да-да-да-да, вот он едет. Дрифт, дрифт, пацан. На территории России. Ну типа. Ну ладно, на самом деле там не все хуесосы. Нормальный. Говорят, новую область скоро добавят. Какую? Украинская область, говорят. Да? А может это будет Полтавская область? Может быть. Что ты делаешь? Ставьте, ставьте, ставьте. Это было красиво! Это очень красиво, я двоих убил пострелом. Старый клён, старый клён стучит в стекло, приглашая нас, друзья.